Неподалеку от села Расказань Балашовского района двое жителей Воронежской области разбили неприметный кемпинг на берегу водоема, чтобы незаконно порыбачить. Однако сотрудники полиции совместно с представителями Государственной инспекции рыбоохраны быстро вычислили и задержали их. А это доказательство, так сказать, налицо. Резиновая лодка вся в чешуе, сети и грузила. В ловушке браконьеров успели попасть караси, лещи, окуни, щуки. В общей сложности более 200 обитателей реки Хопер. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи, вылова водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц. Теперь воронежцам может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Уважаемые граждане, если у вас имеется какая-либо информация о лицах, которые занимаются незаконной добычей, переработкой, незаконной торговлей водными биоресурсами, просьба сообщить об этом в ближайший отдел полиции или звонить по телефону 02 сотового 102. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.